И к другим новостям. Накал боев в Марьинке под Угледаром в Мариуполе не спадает. Каждый день в больнице республики поступают с передовой раненые бойцы. Медикам приходится работать, что называется, не покладая рук. На помощь им едут российские специалисты, берут на работе отпуск и отправляются на Донбасс. Ставить на ноги раненых, делиться с коллегами своим профессиональным опытом. Далее материал Оксаны Ветровой из харцизской хирургии. Борис Полуосьмак – хирург-эндоскопист с 28-летним стажем. 5 дней назад он приехал в харцизскую центральную городскую больницу на подмогу местным коллегам. Взял отпуск и приехал сюда поработать на месяц. Я абсолютно без всяких коммерческих, меркантильных соображений именно приехал поработать и вместе помочь людям. Ну вот с заведующим мы сейчас вот общались, мы разговаривали. То есть как бы я помогаю травматологам, хирургам, ну большей частью хирургам, так как я хирург. То есть моя работа какая? Ну помогаю, чем что скажут, то и делаю. То есть операция, операция, перевязка, перевязка. У нас собрал депутат Хубезов, депутат Государственной Думы Дмитрий Анатольевич, кстати, молодец, спасибо ему, он как бы все это организовал, объяснил. Нас привезли, мы приехали сами, ну, нас организовали, нашу группу привезли в Донецк, и оттуда уже распределили, ну, где мы нужны. То есть кто-то остался в Донецке, кто-то в Макеевке, доктор наш, кто-то в Иловайск поехал. Сегодня в нескольких отделениях харцизской ЦГБ, в том числе и хирургии, проходят лечение раненые бойцы. Все ребята из 6-й палаты получили ранения в ходе выполнения боевой задачи в Мариуполе. У каждого из них своя история. Однако объединяет их то, что все они благополучно идут на поправку. Говорят, и лечат, и относятся к ним хорошо. Замечаем на стене небольшой листок, вырванный из ученической тетради. Этот рисунок малыши из подвала в Мариуполе положили в карман бойцу армии ДНР. Вот так дети поддерживают наших ребят. После вчерашней операции идет на поправку и Сергей из палаты этажом ниже. Ранение было очень серьезное, рассказывает Борис Полуосьмак. Однако врачи сделали все возможное, чтобы операция прошла успешно, и сегодня жизни пациента уже ничего не угрожает. У него 2 пулевых ранения, слепых, с повреждением легкого, с повреждением, там, фрагментарным повреждением ребер. Ну, как бы достаточно тяжелый пациент, то есть нуждался в неотложной помощи. Ну, слава богу, все обошлось, да, замечательно, все хорошо, замечательно, да. То есть хирурги здесь очень квалифицированные, грамотные, травматологи, хирурги, ну, вообще весь персонал, то есть я как бы, я приятно удивлен. Чувствую хорошо себя, оказывают надлежащее лечение, медикаментов всего хватает, специализированные врачи, так что им большое спасибо. Сегодня весь коллектив харцизской больницы, санитарки, медсестры, врачи в отделениях работают с максимальной отдачей, спасая жизнь и здоровье тех, кто выполняет боевые задачи, шаг за шагом приближая победу. Проработавший уже 5 дней в хирургии ЦГБ Борис Борисович приятно удивлен профессионализмом и самоотдачей своих харцизских коллег. Да, сегодня пятые сутки. Вот. Ну, условия хорошие, то есть коллектив прекрасный, больница хорошая, то есть я, честно говоря, был приятно удивлен, что как бы все это сохранено, все работает, все функционирует, люди отзывчивые, то есть, ну, как бы я не испытывал никаких неудобств. За большое время работы мне приходилось со всякими вещами сталкиваться, тем более я работал в районной больнице, то есть там все было, и хирургия, и травматология, и детская хирургия, и урология, то есть как бы работать я не боюсь.